Столица Советского Союза – Москва. Когда говорит «Москва», все простые люди мира с надеждой и уважением слушают ее голос. Голос великой социалистической державы, непоколебимо стоящей на страже мира. Декрет о мире, подписанный великим Лениным, прозвучал в час рождения Советского государства 26 октября 1917 года. И с тех пор советская страна неизменно и последовательно проводит политику мира, высоко держит знамя дружбы между народами. Разгромив фашизм, претендовавший на мировое господство, советский народ спас не только свою родину, он спас будущее мира от рабства и гибели. Он защитил дело мира для счастья грядущих поколений. Советский Союз, противодействуя проискам поджигателей новой войны, решительно отстаивает на международной арене дело мира. В интересах мира наше правительство заключило договоры о дружбе и взаимной помощи со многими странами. Эти договоры скреплены именем, которое произносится с одинаковой любовью на всех языках. Это имя великого Сталина. Не раз товарищ Сталин разоблачал клевету агрессоров, будто мирное сотрудничество Советского Союза и капиталистических стран невозможно. Товарищ Сталин сказал, если две разные системы могли сотрудничать во время войны, то почему они не могут сотрудничать в мирное время? Но не так думают за океаном поджигатели новой войны. Ложью и клеветой заполнены столбцы реакционных американских газет. За спиной так называемой «статуи свободы» на военных заводах, огражденных колючей проволокой, охраняемых автоматчиками, американские империалисты изготовляют атомные бомбы. Размахивая атомной бомбой, они хотят запугать человечество, чтобы добиться мирового господства и установить на всем земном шаре свой порядок, так называемый американский образ жизни. Каков же этот хваленный образ жизни? Посмотрите на их искусство. Посмотрите на их спорт. Посмотрите на эту борьбу в вольно-американском стиле. Посмотрите, как ухаживают за собачкой миллионера и как безработные стоят в очереди за бурдой. Вот это и есть американский образ жизни. Сегодня голод и нищета, завтра кризис. Знакомые картины. Молоко уходит в землю, кофе в море. Растут забастовки. Спасаясь от кризиса, Америка изобрела план Маршалла, план закабаления Европы. И вот план в действии. Когда кончилась война? В 1945-м. Но разрушенные дома не восстанавливаются. Зачем тратить доллары на жилища для простых людей, которых и так слишком много развелось на свете? А те, которые могли бы быть восстановителями, томятся без работы. Однако, смотрите, все же что-то строят. Это не дом для трудящихся. Это восстанавливает кафе «Шантан» для богатых американских туристов. В маршализированной Европе непрошенные американские гости сидят на террасе ресторана «Рио Рита», а безработные хозяева просят милостыню. Голодные люди роются в помойках, стоят в очередях. Они должны быть благодарны господину маршалу, эти голодающие. Он прислал им консервированную конину. По одной банке в неделю на семью, и хорошо еще, если эта конина не окажется гнилой. По плану маршала в Европу сбывается вся заваль, весь американский хлам. Чем только они не торгуют. Даже перчатки полицейского регулировщика продаются, как последний крик моды. Ходи, оденешься во все американское, красивая жизнь.
Американскими фильмами заполнены все экраны Европы. Вампиры, убийцы, сумасшедшие – последний крик американского кино. По улицам европейских городов шагают американские молодчики. Они могут делать все, избить кого угодно, взять, что захочется, бесплатно, давить людей. Вот что принес Западной Европе план Маршалла. Но этого мало. Трумэн подписывает агрессивный Североатлантический договор. И вот под охраной военной полиции американские генералы рыщут по Западной Европе в поисках пушечного мяса. Они делают вид, что не замечают негодования народа. Они отворачиваются от плакатов, на которых написано «Долой Атлантический пакт!» «Долой американских генералов!» «Вон из Европы!» Но начальники американских военных штабов, осуществляя план подчинения Западной Европы интересам заокеанского капитала, продолжают свое черное дело. Вот они в Париже. Они приехали требовать от своих вассалов новых военных баз и полного подчинения американскому командованию. Они хотят превратить Западную Европу плацдарм для развертывания войны против Советского Союза и стран народной демократии. Свободолюбивый народ Франции, до глубины души оскорбленный в своем национальном достоинстве, негодует. Но полиция продажных французских заправил гонит с улиц Парижа своих соотечественников, расчищая путь американским хозяевам. Там, в Соединенных Штатах, устраивают дикие родения мракобесы из Куклукс-клана. Вот эти выродки в белых балахонах сжигают негров, убивают стариков и женщин. Как призыв к расправе со всеми честными людьми, юродствующие бандиты зажигают зловещий крест. И уже британские генералы, трепеща перед заокеанскими хозяевами, готовы предпринять новый крестовый поход против прогрессивного человечества. Им подпевает лакей Уолл-стрита генерал Де Голь, это мрачное чучело в гитлеровской позе. А в городе Страсбурге собираются министры колонизированных европейских стран, участниц Атлантического пакта. В этом так называемом Европейском совете они делят чечевичную похлебку, за которую продали американскому капиталу интересы своих народов. И среди них главные заговорщики, поджигатель войны, оголтелый враг свободы и демократии Черчилль. Народы мира против войны. Бастуют трудящиеся, закрываются заводы, останавливаются поезда, пустеют вокзалы. Народ Франции против Де Голля, против Черчилля, против плана Маршалла, против колонизаторов. Они за труд, за мир, за свободу. Полиция бросается на демонстрантов, и вы узнаете те же американские приемы, ту же полицейскую технику. За эту полицейскую технику Трумэн вручает орден генералу Клею, одному из наместников американского капитала в Западной Европе. Как они довольны друг другом. Однако не помогают расправы даже на американский образец.